Чем раньше, тем лучше. Почему? Ну, потому что он более самостоятельный становится. Потому что мы, мамочки, всегда оберегаем своих детей. Вот у меня двое детей, дочка рано уехала, стала более самостоятельная. А сын как-то больше с нами был. И вот тяжело от нас уходил. Ну, вообще, конечно, как институт закончил, пусть уезжает. Ну, лет 22-23. Он уже все-таки или где-то учится, или где-то работает, и уже, ну, более-менее созрел так для самостоятельной жизни, но не раньше. Ну, лет 16, уж с 15 или там. Да можно, если уж необходимость будет. Я считаю, вот как по своему личному опыту, лет, наверное, в 16 уже можно. Я потому что на сборах ездила и уже приучалась там к самостоятельности, вот и благодаря спорту. И вот сейчас очень помогает быть, ну, как бы в одиночестве находиться, очень спокойно уезжать на учебу и не зависеть от родителей. Поэтому я считаю, до 18 можно, в 16-17 уже съезжать. Самостоятельно воспитанный в любом возрасте. Это очень индивидуально. Все детки разные, но пуповину надо отрывать вовремя. Родители должны отпустить ребенка. После 20? 18 лет. Конечно, 18. Потому что взрослеет, и своя жизнь становится у него.